Всем привет, и сегодня будет немного запоздалый обзор на замечательную игру Insomnia The Ark. Insomnia The Ark — это проект, созданный российскими разработчиками из Самары, которые в основном собрали свои средства на разработку игры из Kickstarter. Сама же игра по своей стилистике напоминает чем-то BioShock или, может быть, даже Fallout, но в этом определенно что-то есть. Эдакий наш ответ Райзену или Готике. Конечно, в игре не без минусов, но определенная игра заслуживает какого-то внимания. По своему сюжету игра постоянно пытается подталкивать игрока на какие-то философские мысли и рассуждения, что-то в стиле братьев Стругацких. Ну, лично мне вспомнился жук в муравейнике, но тут, я думаю, каждый может вспомнить что-то свое. В любом случае, если вы не читали, то я настоятельно рекомендую вам ознакомиться с жуком в муравейнике, потому что роман действительно классный. В игре присутствует прокачка, выбор классов, пускай даже выбор которых не сильно влияет на процесс игры, но все же вам будут попадаться уникальные диалоги, возможные реплики, которые будут так или иначе влиять на процесс игры. Хоть их не так много, но это все равно приятно. Также стоит отметить, что в игре есть разные напарники, каждый из которых обладает разными бонусами, перками. Хотя для того, чтобы найти своего первого напарника, придется изрядно попотеть и попроходить основную кампанию. Но в целом мне понравилась система напарников, прокачка и то, что ты можешь им прокачать какой-то навык, какой-то перк. И это также будет влиять на их внешний вид. Например, ты берешь прокачанную броню какому-то своему напарнику, и у него добавляется бронежилет. Это, я считаю, довольно неплохо. Если говорить про боевку, то здесь мы можем прокачать персонажа на винтовки, можем на автоматы, либо на тяжелые пулеметы. Лично я захотел его сделать на пистолеты и щит, и в целом у меня это получилось, но нужно понимать, что каждое попадание по щиту уменьшает его прочность, и в конечном счете нам нужно постоянно тратиться на его ремонт. Хотя это не такая уж проблема, потому что постоянно мы находим какие-то запчасти, простые детали, которые так или иначе мы будем использовать. Использовать в создании каких-то предметов, патронов, ну или нового снаряжения. Хоть и мир Insomnia довольно большой, и карта наполнена случайными встречами, рано или поздно вы почувствуете, что вас все-таки ведут за руку. Ведь прохождение Insomnia довольно линейное. Тут вам говорят пойти туда, здесь сюда. Какую-то миссию вам обязательно проходить именно по стелсу, ну, в общем, вы поняли. Хоть и игра действительно завлекает нас в начале и побуждает исследовать карту, и здесь мы на каждом шагу встречаем какого-то полтергейста, который скидывает какие-то тарелки, вещи и прочие предметы. Призраки, которые мы встречаем тут и там, и с которыми иногда можно даже пообщаться. Мы узнаем от каждого его историю, его прошлое, и это действительно классно. И хоть лично для меня обилие квестов превратило игру в рутину, и хочется поскорее уже пройти основной сюжет, но все же приятно, что разработчики периодически занимаются игрой, завозят какие-то фиксы, исправляют какие-то баги, о которых докладывают другие игроки, и это действительно важно для такого проекта. Так что давайте подводить итоги. Если вы фанат Готики, Towards, Ryzen, либо Outward, то, я думаю, игра вам, возможно, понравится. Опять же, вы можете сделать рефаунд, но в целом, лично я не жалею о том, что приобрел эту игру. А на этом, пожалуй, все. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, как вам сама игра. И лично у меня почему-то под конец записи этого ролика появилось желание перепройти Towards. Не знаю даже, с чем оно связано, но на этом все. Пока-пока.